Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, а ты на канале Князь, сегодня битва замков, усаживайся поудобнее, не забывай про всякие вкусняшки, которые ты должен расчехлить, чтобы посмотреть это видео, это очень важно, не забывай заварить чаек или распаковать пакет с пивом, не знаю, в любом случае, лепи свой княжеский лайк, наконец-то мы добрались до того, что прокачаем мисс магию на моем аккаунте, ребята, сегодня прокачаем, так что усаживаемся поудобней. Фух, и почему я спешу? А по той причине, ребзя, что? По той причине, что я хочу ее зарегистрировать на эре войны, да, то есть тут до окончания регистрации осталось 18 часов, то есть я хочу, чтобы она была там, участвовала по полной программе. Также сегодня не забудьте прийти на стрим, я не знаю, наверное, может на стриме ее будем как-то тестить, но я думаю попробовать пойти в новые древние испытания, ну, помимо битвы гильдии, я думаю пойти в новые древние испытания, короче, там будем с ней ковыряться. Сегодня именно прокачка, сборка тоже под вопросом, я просто возьму сборку, которую сделал мой сагильдиец, он говорит, что ему нравится, но опять же, у него там и 30-й прорыв тоже, а сегодня я вряд ли, наверное, 30-й прорыв прокачаю, ну, будем смотреть, как бы это будет такая первая сборка, потом впоследствии, если что, я ее поменяю, потому что, как бы, у меня у самого она вызывает вопроса, но почему бы и нет. В первую очередь, пока я ей не играл, я ни на каком аккаунте Мисс Магию не тестил, и как бы вот поиграю немножко, хотя бы пару дней, тогда уже запилю на нее обзор и выскажу свое неподкупное, великолепнейшее мнение по поводу данного героя. Ну а сейчас просто начинаем ее прокачивать, даже может быть какие-то моменты, а хотя нет, все равно буду какие-то моменты вырезать. Давай просто заходим сюда, делаем так. Дальше добавить. Стой, что я сделаю? А, все, я ей максимал, ну, короче, умение прокачал, ладно. Дальше, уровень, да, запоминаем, у меня 1 026 000 силы. Потом, я думаю, где-то во вторник, скорее всего, ну, может, в понедельник или во вторник уже займусь конкретно прокачкой силы, посмотрим, насколько ее получится поднять. Так, есть 120 уровень, так, 140-й. Благо, книг у нас много. Вот, правда, ломаюсь, не знаю, прокачивать ее на максимум или нет. Ух, какие тут вылетают всякие штучки. Да, как раз мне эти камушки нужны, но позволить сейчас себе их приобретать не могу, к сожалению, а может быть и к счастью, не знаю. Так, про просвет тоже не забываем. Вот тут вроде ничего не сделал. У меня уже не 26 тысяч силы, а 28 тысяч силы. Ясно. Замечательно, молодежно, великолепно. Так, это мы расчехлим. Золото. Нам надо золото. Ну, самоцветы нам, конечно же, нужны. Я надеюсь, мне вообще самоцветов хватит созвездия и поймать нормальные. Дальше. Улучшить, усовершенствовать. Так, улучшить. Давай добавить опыт, усовершенствовать. А, стой, мне даже не надо дальше прокачивать. Я же все, я могу сразу эволюцию-то сделать. Без каких-либо проблем. Единственное, сейчас просветик долбанем. Просветик долбим. Уже 65 уровень. Раньше когда-то казалось, что невозможно всем основным героям прокачать просвет, но нет, ребят, это возможно. Дальше, смотри-ка, оп, у нас уже первая эволюция, мы на этом не останавливаемся. Просто идем и дальше разрываем этот воздух золотыми книжками. Так, вообще, у меня что со звуком? Со звуком у меня хорошо все, я послушал, все нормально. Так, 160 уровень. Да, и как бы просвет нам не за что качать. А у нас, тем не менее, уже 29 тысяч силы. Это неплохо. Да, для всех комментаторов, ребзя, ну, 1 029 000 силы. Кстати, не забудьте, может быть, себе подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочку найдете в описании, чтобы не пропускать стримы. Ну, вот сегодня будет вечером стрим по битве замков. Там я иногда какие-то голосовухи выкладываю, какие-то видосики. То есть, ну, как бы такая, знаете, для своих места обетования. Так, окей, 180 уровень. Нам нужно 5 прокачать. Оп, да. По поводу заявок на роллинг, там кто-то мне
я не понимаю, ребята, каждый раз говорю по поводу заявок на роллинг. Ролю от 50 тысяч силы. Ссылка на заявки на роллинг находится в описании. Нет, мне будут везде долбиться, там где-то в друзья пытаться попасть, там и с вопросами, типа, знаете, предложение дружить, типа, и вопрос, от скольки ты ролишь? Ну, ты постоянно повторяю, одно и то же, просто одно и то же, и как бы просто ноль внимания, везде будут спрашивать, постоянно долбить, я не знаю уже, что делать. На лбу может написать, что я ролю от 50 тысяч силы, и то, что нужно перейти по ссылке в описании, как бы, и оставить заявочку. Так, у нас уже 120 уровень. У нас уже 140 уровень. Так, окей. Просвет, да, прокачать не можем, но у нас много золота. У нас много, много, ребят, всего. Много всего. Так, дальше. Единственное, знаете, что мне интересно посмотреть, какие у меня таланты есть. Какие у меня таланты. Ну вот. Так, дальше. Дальше. Не останавливаемся. Усовершенствовать. Добавить опыта. Это у нас 160-й. И это у нас уже все. Максималочка. 200 уровень. Это прям хорошо. У нас уже 30 тысяч силы. Не забываем про просвет. Я думаю, тут понадобится 3 захода, чтобы этот просвет прокачать. Золото тоже расчехляем, потому что, ну, нам надо будет прокачивать судьбу. Замечательно. Так, слушай, я думаю, что у меня для всех героев сейчас хорошая прибавочка к судьбе будет, потому что у меня и пепельная Матрона появилась, и мисс Магия. Руны, если кто не видел, как я выбил мисс Магию, ну, перейдите в плейлисты роллингов, ребят. На днях ролило, и все было хорошо. Так, снова у нас маны не хватает. Мы ее берем по-быстрому, расчехляем, не останавливаемся. Так. Так, улучшить навык, улучшить руны. Просвет. Есть. Смотри-ка. Просвет ей долбанули. Пока что не буду ей трогать прорыв. К нему чуть позже подойдем. По поводу таланта. Я хочу потестить на ней истинную веру. Вообще, конечно, не хотелось бы нарушать традиции в плане расстановки талантов, поставить огненную защиту, как это обычно происходит на моем аккаунте. Но этот раз хочется протестить истинную веру, тем более она как бы такая сборка у моего сагильдийца. Вот. И как бы, а там уже дальше смотреть, потому что ресурсы есть, я в любом случае могу хоть 5 раз поменять талант на герои. Будем смотреть, будем думать. Вот. В первую очередь хочется почему-то, чтобы она мне помогла в древних испытаниях. Вообще она, в принципе, знаете, мне кажется, я хоть еще и не тестил, я еще ни разу ей даже не играл, но мне почему-то что-то подсказывает, что это достаточно универсальный герой. Да, это не один в поле воин, но, тем не менее, когда она будет идти вместе с вашей пачкой, извините меня, она будет такой баф шикарный давать, что мое почтение. Давай, так, истинная вера выпадет, не выпадет, а? Истинная вера. О, бастион падает. Когда-то был супер популярный талант. Ну, как сейчас огненная защита. Еще раз бастион упал. Так, скорость. Мы, конечно, можем сейчас до посинения эту истинную веру ролить. Ну, давай поролим. Я даже, может быть, не буду этот момент проматывать. А может быть, я его возьму, вырежу. Пока, ребят, непонятно. Но мне кажется, мы ее ролить можем искать очень долго. Как вы видите, огненная защита намного быстрее находится. Стойкость, господи. Каменная кожа. Ой, вот жаль, конечно, нету на нее скина. Так бы сейчас одним талантом поставил бы. Слушай, а может у меня эмблема есть истинная вера? Че я парюсь? Поставить основным талантом священный огонь. А истинную веру поставить с эмблемой, если у меня есть 10-я. Но вряд ли она у меня есть. Потому что я не топ-донатер. А, у меня вот только 9-я есть. Когда атакуют, наносит цели 2 раза чистый урон в размере от атаки. Когда атакован, на 2 весь получаемый урон в лечении. Вот я не знаю, вот сагильдиец с истинной верой играет? И как бы и норм. Ну, протестим, ребят.
протестим, буду потом смотреть. Вот. Если не понравится, как бы огненную защиту на ролите, сами видите, нетрудно. Вот. Можно взять огненную защиту, поменять на огненную защиту. Давай дальше. Истинная вера. Истинная вера. Смотрите, еще раз огненная защита выпала. Так, ложный выпад. Стойкость. Давай. Давай. А нам же еще впереди. Нам и чары там ролить тоже. Вообще, как бы так... Ну, ладно, потом поговорим. Порочный пакт, реанимация. Давай, бастион. Сколько раз ты уже падал сегодня? Берсеркер. Не, походу это все дело надо проматывать. Так, ребят, не прошло и 5 минут, я выбиваю истинную веру, когда такую... Так, ладно, давай заменяем. Ну, конечно, вообще, в принципе, я считаю, ну, я ее еще не тестил, но вот просто почитав описание умения, я понимаю, что это, блин, ну, герой, который будет помогать всей вашей команде. Как я понимаю, такого героя лучше превратить в какого-то танка, чтобы он как можно дольше оставался на поле боя. Ну и как бы тут, знаешь, у меня тут сейчас мысль прокатывала и выживание поставить. Вот. Тут мне просто выпадало выживание, думал, может, и выживание поставить. Смотри, когда атакуют, наносят цели 2 раза чистый урон в размере 250% от атаки. Когда атакован, на 2 секунды превращает весь получаемый урон в лечение. Кулдаун 5 секунд. То есть, ну, 2 секунды лечится, 5 секунд не лечится. Ну и как бы тут уже никак не поспоришь, тут уже, смотрите, просто это уже 100%, то есть с этим героем будет постоянно священный огонь, неважно, да, какой у него талант, вот тут будет у нее священный огонь. А, дальше, ладно, давай на первый, на... А, слушай, у меня даже этих топ-питомцев никаких не осталось для нее. Слушай, не знаю, давай... Даже ей. Ну, ей что-то надо на защиту. Ну, короче, ладно, давайте пока я на первое время так поставлю питомца. Мне надо ей какой-то на отхил, что-то с уклонением. Ей нужен питомец, который будет с уклонением. Слушай, ладно, это я уже питомца подберу потом или на стриме, да, когда вот тестить это все дело буду. Но... Пока что так. Наша задача сегодня что? Взять и просто ее прокачать. Да, то есть и не париться. Окей, палочка чудес. Давай мы сделаем аугментацию. Улучшить. Питомца, да, надо. Я даже думаю, не подбирать там конкретно питомца, а именно подобрать того питомца, у которого лучшие будут созвездия на моем аккаунте. Именно на уклон. Так, делаем аугментацию, аугментировать. Так, 160 силы плюс созвездие. А, что по созвездиям? По созвездиям я даже себя немножко сдвинул. По созвездиям. Ну, будем ей уклон, ребята. Будем ей уклон собирать. На это у нас есть почти 30 тысяч самоцветов, так что давайте. Надеюсь, что все получится. Хотя, о, видишь, вот сейчас на зло точность будет падать. Хотя вот там сагильдиец один жаловался, что, ну, грубо говоря, за 20 тысяч самоцветов я не смог выбить 3 уклона. Ну, еле-еле выбил ей 3 уклона. То есть на ней почему-то уклон не очень любит падать. Так. То есть трудно собрать. И что-то мы видим, что... Ой, как... О, есть. Давай дальше. Давай дальше, не останавливаемся. Давай еще. Опа, слушай, ну, боюсь, ребят, сглазить удачу. Боюсь сглазить удачу. Смотри, сколько точности там попадало. Но нам уклон нужен. Еще, слушай, ну хорошо, 3 уклона выбили буквально за 3000 самоцветов. Это неплохо, давай дальше. Еще один уклон, слушай. Чё ж мне так прёт-то, а?
Тут уже, наверное, можно скидку активировать. И вот сейчас активирую скидку, и все, пипец. Пошел князь нафиг. Типа, а не уклоны тебе. Пошел князь нафиг, а не уклоны тебе, да? Снаряжение. Так, недомогание, созвездие, давай. Да, 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 ребят. Хотя я уже 5 раз объяснил, что это, ну, сборка будет не окончательная. Я просто протещу, что там у сагильдийца. Вот, и потом буду меня. Я просто не хочу, меня запарило всем подряд ставить огненную защиту. Вот честно вам скажу. Так. Мне запарило ставить на всех огненную защиту. Ну давай. Точность 5. Ну, нам уклон нужен. Ну, вот, смотри, скидку активировал, и все, и до свидания. Просто как только роллинг за 450, грубо говоря, ну, сейчас за 350, но вы поняли, что я имею в виду, сразу, типа, князь, да пошел ты в одно место, атака, крит, удар. Даже, ну, как бы вообще уклоном и не пахнет. Ну, вот четвертый упал, ну, как бы это смешно пока что. Вот, грубо говоря, сейчас все самоцветы и потратятся. Уже вполне, как бы, давно ролим за 450. И как бы он и не думает падать. Может, реально зря выходил, зря эту скидку активировал. Теперь все. Все пропало. Точность, точность. Ну, как бы я, может, так и оставил бы, но ей чем больше уклона, тем лучше. Да господи! Меньше 10 тысяч самоцветов осталось. Ребят, вы прикиньте. Третий уклон и пятая точность. Сука, издеваться надо мной будешь? Дай пятый уклон. Четвертый уклон. Дай... Да господи! Да что это такое? 6 тысяч осталось. Пожалуйста! Давно такого говна не было. Да дай ты пятый уклон, сука! 4000 самов осталось. Это у меня аж что-то засвербило в животе. Да твою мать! Да твою мать! Все, буквально пару раз ударить и все. Сука, я больше никогда эти скидки нахуй не буду использовать. Просто, блядь, в рот ебал, блядь. Блядь, весь этот рандом ебучий, суки. Просто, блядь, пиздец, блядь. Охуенно, блядь. Просто, блядь, рандом мое почтение. Реально, рандом мое почтение. Просто пиздец. Просто атака и крит удар, блядь. Спасибо, рандом. Просто, блядь, спасибо. Давно такого кидалова нету. Не было. Сука, а? Вымораживает. Где мне теперь самоцветы взять? Жесть полная. Знал бы, да, четвертый оставил бы там уклон с точностью, не знаю. А, смотри, он еще и здесь не падает уклон. Не, ну здесь у меня 400 карт, он там запарится не выпадать за 400 попыток. О, пятый уклон, четвертая точность. Ну... Хоть иди донать, ну камон, ну это ж самоцветов-то не напасешься. Я могу сейчас задонатить, у меня как бы, у меня все равно.
Жесть какая-то. Просто какая-то жесть. 166. 166 умножить на 50. А сколько сам удаст? 8 300. 8 300 от соси у тракториста, как говорится. Да уж. Так, продолжаем прокачку. Что-то у меня, блядь, настроение испортилось из-за вот этого вот всего, друзья. Просто, сука, ну, 30 тысяч самоцветов и не собрать нормальное уклонение на героя, ну, это прям что-то. Что-то прям меня расчехвостило из-за этого по полной программе. И так настроение, знаете, нету там постоянно на каком-то стрессе, депрессии. Это что такое дерьмо? Ладно, не останавливаемся. Ничего страшного. Все будет. Так, снаряжение. Так, осталось снаряжение. Осталось нам поставить сюда эмблему. Тоже тут достаточно спорный вариант. У слагильдийца хранитель леса. И вроде ему нравится. Вот. Как бы. Ну вот, я не знаю, если. Значит, будем ролить, чтобы. Я бы хотел пенек, на самом деле. Ну, будем смотреть, что понравится. Ну, что быстрее упадет. Наверное, то и оставим. Ну, как бы хранитель леса, мне кажется, уже давно Опа! Слушай, а тут такая интересная штука. Подожди, призрачная хватка дает 47% здоровья во время боя, когда атакован, снижает энергию на 50% у героев противника, находящихся поблизости, а также уменьшает их атаку на 9. Ну, слушай, тут даже. Ну, давай это пока поставим. Я бы хотел бы пенька. Ну, зато долго ролить не надо. Давайте это поставим. И видишь, я ж это уклонение не собрал нормально. У меня была бы шестерка, там уже цифры были бы другие. Наверное. Не знаю, сколько там. Наверное, 55 или сколько он там дает. А может, там 60 плюс процентов здоровья. Как меня это просто каштапыжит не по-детски, а? Просто вымораживает. Ладно. Переходим, ребят, к прорыву. Пока что, ну, посмотрим. Прокачаем прорыв до 20 уровня. Дальше там уже будем смотреть. Полетели. Воспламенение. Авторежим включаем. И уже когда до 20-ки дойдем, тогда, грубо говоря, вернемся. Так, ребята, пап-бара-ба-пап, 25-й прорыв. Все-таки докачал до 25-го прорыва, у меня еще остается 20 тысяч этих камней, но мне хотелось бы еще мастера рун прокачать и как бы и прокачать силу, докачать допов, потому будем еще, ребят, смотреть, что да как, зачем и почему. Потому что, ну, в целом тут вообще героев много, кого можно на 30-й... О чем говорить, у меня Фрея даже не 30-го прорыва, понимаете? Космо не 30-го прорыва. То есть, ну, надо реально думать, короче, смотреть и решать. Пока что так, а вы, как обычно, пишите в комментариях, что вы думаете. Тут у нас что? Ага, тут у нас вот это. А что у нас по кулакам? 700 тысяч. Ладно, так, что мы еще не прокачали? Уже, смотрите, лям 39 тысяч силы. Это невероятно круто. Это невероятно круто. В начале истории, да, до всех этих выбиваний у нас было там лям 13 тысяч силы, что ли. Так, теперь данной героине мы возьмем, друзья, и что мы сделаем, друзья? Мы возьмем и прокачаем судьбу. И опа, смотри-ка, 81 тысяча судьба, да? То есть, как бы, нам не хватит на максимум ее прокачать. Но, тем не менее, ну, то есть, нам этих камушков не хватит. Вон тут. В коем-то веке где-то, смотри, как у нас поднялась судьба. Ну, мы посмотрим еще других героев, да? Окей, ты где, дура? Вот. Судьба. У нас уже 20 уровень. Мы не останавливаемся.
Силушка растет. Ну, до ляма 40 тысяч силы точно дойдем, друзья. Так. Так. Так, сюда. Есть. Продолжаем. Так. 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 Ну, оп. А здесь у нас уже не хватает, потому мы возьмем и немножечко закупимся. Есть. Окей, продолжаем. Это у нас 60-я судьба. Ой, летим дальше. Качаем дальше. Опа, синие кристаллы закончились. Интересненько. Интересно, девки пляшут. Ну-ка, что у нас там по синим кристаллам? У нас вот, видишь, у нас вот этих вот камушков, к сожалению, не хватает. Можно, конечно, эту штуку открыть. Опа! Их, подожди, это те камни выпали или не те? Мне кажется, не те. Да, это не те камни выпали. Чё-то зря я радовался. Ладно, не суть. Подожди, мне синие. Вот они. Вот они. Так, 498, ясно. Давай, не останавливаемся. Ты где? Оп, судьба. Ну все, из-за каких-то сраных камней мы нормально прокачать не сможем. О! О! Не хватает. Где взять? А, где взять, HGG? Почему я должен на это говно донатить? Скажите мне, пожалуйста, этих камней, главное, хватает. Даже золотых крутых камней хватает. То есть, по сути, я даже ей... То есть, она у меня с 13-м умением, да? Да, с 13-м умением. Просто умопомрачительно. Классно, замечательно. Сука, вымораживает. Просто вымораживает. Так, судьбу мы прокачали, то да сё мы сделали. Вот, буду теперь думать, так, пепельную Матрону отсюда. В пень ставим Мисс Магию, Фрей, Огнекрыл, Зефирик, Ворожей. Ну, такая у нас пачка, кстати, у нас тут буквально два героя с 30-м прорывом. Вот, непонятно, что там у кого как. Ну, давай в конце... Я говорю, обзор будет отдельно. Тут мы просто... А, ну здесь 30-й, 29-й, 30-й прорыв, 16-й, 30-й, Леди Божество. Так, ну давай Зефирика, а, лист тут есть, давай Зефирика танкуем и остальных вот так вот выпускаем, посмотрим еще, что произойдет. Ну, то есть она и бафать должна, как бы, если она вообще включится, да? Если она включится. Думаю, одну ее высовывать нету смысла. Что, у меня все герои живы. Это удивительно. Ну, как бы убить никого не можем. А, ну, ворожей убили. Ворожей, да. Ой, огнекрыло убили. Чё-то мы все равно даже с ней сосем. Так. Так. Ну и чё? О, её сейчас убьют. А нет, смотри, отхиливается. Убить её не могут. Ну и мы никого не можем убить. Как бы непонятно, с чем там, конечно, герои собраны, да? Но тем не менее. Уперлись. Грубо говоря, никого убить не можем. Ну, наверное, стоит все-таки немножко поменять сейчас таланта Зефирику. То у нас он типа а-ля на бессмертие собран, хотя как бы бессмертия не существует. Что мы там... Слушай, Зефирика быстрее убивают, грубо говоря, чем ее. Ну, хотя потому что по Зефирику лиса долбит. Потому что по Зефирику долбит лиса. Вот сейчас Зефирика убьют. И ее убьют, потому что лиса начнет по ним долбать. А, она вообще без воодушевления. Не начнет долбать. Вот Фрейя стоит с этой бабой. Слушай, отхиливается, живет.
несмотря ни на что, и то, что у нас уклон кривой, все равно живет. Мы тут в мастера рун уперлись, его убить не можем. Так, подожди, вообще, чё у меня там, как собран вообще герой-то, а? С чем вообще? Так, зефирик. Ну, как бы... Ну, давай вот так вот сделаем дальше. Кто у меня там еще? Ну, это, видишь, оно все собрано под эту локацию новую. Ладно. Пускай умирают, убивают. Так. Ну, этот додик так собран. Кто у нас там еще? Ворожей то. Ну, они все с воодушевлением. Ладно. Так. Ну, окей, давай плевать. Еще пошли куда-то сходим. А! У меня же самоцветов нету, я же бомж, ребят. А, ну давай тогда ее одну потестим, не знаю. Вот сюда. Пускай лиса... А, ну тут, смотри, тут сразу выкаблучивают. Видишь, она не успевает даже включиться. Ладно, короче, это... Ну, мне в любом случае она нравится. Она прикольная. Мне надо поковыряться со своим аккаунтом и желательно ей уклон доролить. Как я сегодня битву гильдии буду проходить? Или что мне проходить? Или эти? Турнир героев проходить? Чтобы самов заработать? Не знаю. Это пиздец просто. Просто, говорит, пипец. Я не ожидал проблемы, но чтобы такие проблемы были. Реально придется эту херню проходить. О, 60 самоцветов, друзья. С миру по нитке, да. И как бы, ну давай L9 я про. А, ну это сейчас здание все вынесет, дура. Ну давай L8. Раскидал ты все здания, сволота такая. Ай. Ну, сейчас здесь снова здание ушатает. О, вот. Я только сейчас, походу, увидел баф. Может, она там тогда и баф не давала, и не давали просто в рейде включиться. Подожди, давай еще раз посмотрим. Мне надо, чтобы она включилась, ёпта. Давай просто всей толпой высадимся. Должны над всеми загореться карточки. Ой, как тут выносят. Она тут как бы ничего не успела сделать. Ясно. Ладно, короче, тестить и подгонять уже по таланту я буду потом, ребят. Кто досмотрел до конца, огромнейшее вам спасибо. Я в любом случае очень рад, что у меня появился данный герой на аккаунте. Я вам пожелаю такой же огромнейшей удачи. Отдельное спасибо тем, кто поставил лайк и тем, кто оформил спонсорскую подписку. Поддержка очень важна. Пока.